а я не теряю надежды попасть в музей Амба. Сейчас буду пытаться найти музей. Мне дали карту, чтобы я не заблудилась, чтобы потом спокойно дошла до автобуса. И у меня есть банковская карта, потому что в музее Амба, напоминаю, принимают только по банковским картам. Сейчас узнаю, сколько стоит вход, но, судя по интернету, он на наши рубли стоит около 2000 рублей. Мне будет очень обидно, если я приехала на родину великой группы Амба и не смогу побывать в музее Амба. Поэтому я так хочу туда. Я бегу, мне сказали 5 минут вдоль трамвайных путей в ту сторону. Трамвайные пути я не вижу, но вижу трамвайную остановку, значит, я иду, в принципе, правильно. Это тоже какой-то музей. Мне кажется, вот в ту сторону. Я дошла Абба Мьюзим. Не знаю, где тут вход. Ага, вот. Поп Хаус Холд. Мьюзим. Buy tickets. Отлично. Вот я попала в музей Амба. Вход стоит 260 крон. Сейчас я зайду и все вам покажу. Меня спрашивали, нужны ли мне какие-то дополнительные услуги. Я от всего отказалась. Дополнительные услуги — это аудиогид и какие-то очки виртуальной реальности, чтобы что-то смотреть где-то. Такой вот стол. Саундтрек написано. Берешь наушник и слушаешь музыку. Костюмы. Ну, а еще тут есть гардероб. Так что тут есть вот такие экранчики. Берешь, тоже слушаешь музыку. Того времени, на которое я пришла в этот музей, очень мало. Я буду крайне быстрой. Но в любом случае, я сюда попала, это уже радует. Спускаюсь в музей. Чтобы на первом этаже, это такая не основная экспозиция. Сам музей находится на минус первом этаже. Вот он. Ой, непонятный мне язык. Тоже что-то интересное. Там был зал, в котором крутят клипы группы Абба, но там нельзя снимать. Я оказалась в следующем зале. Тут интересная скамейка, можно с ними сфоткаться. Сердце. Это студия звукозаписи. И гитары, инструменты. Так,
Тоже можно послушать. Тут очень много автоматов, в которых нужно сканить свои билеты, и будут какие-то классные штуки. Что там? Студия звукозаписи. Так, я следующая. Кто-то выбрал, видимо, песню «Мама Мия». Петь я не умею, поэтому петь я не буду. Афиша. Какой-то шар. Мое селфи с солистами группы Абба. Вот стоят такие красивые смешные куклы. И что ж там еще у нас есть? Тоже можно послушать, но у меня, к сожалению, не так много времени. Гитара, наушники, в которых они записывали свои песни. Гитара. Хотя она такая маленькая. И я попадаю в рай, потому что я подхожу к многочисленным костюмам. Что ж тут такое? Снова фильм. И диски. Многочисленные диски. Платиновые, серебряные, золотые. Дискография. На самом деле, вот там уже выход. Я не знаю, как моя экскурсовод смотрела этот музей за 3 часа. Видимо, потому что я без аудиогида и без остановки всяких движух. Я очень быстро его посмотрела. Вот снова дискография. Да, это уже конец, последний зал. Но здесь очень классно, пожалуйста. Если вы здесь будете, обязательно сходите в этот музей и запланируйте 2-3 часа реально. Потому что я сейчас еще только 20 минут в нем. Что-то тут интересно. Печь какая-то. Не понимаю на местном языке, что тут написано. Может быть, это из какого-то клипа.
Там он будет тоже в караоке, как студия звукозаписи. И вот здесь выход. Пока музей Абба. Вот такой вот он музей Абба. Надеюсь, вам очень понравилось, потому что мне понравилось. Хоть я была тут всего лишь 50 минут, обязательно сходите. И попадаем в сувенирный магазин. Сейчас посмотрю, сколько что тут стоит. Магнитики 45 крон. Купила магнитик, его мне упаковали вот в такой вот пакетик с наклеечкой. Кстати, здесь еще есть у музея Абба кафе и отель.